Детское радио представляет. Про лень, пельмень и бегемота. Карр, сегодня я, дети, в самолете летела. И не в первый раз, не по билету, конечно. Что вы думаете, а в багажном отсеке? Там такое раздолье среди сумок, чемоданов, лететь не хочу. Надоел мне в столицах ваших всяких. Вот я и рванул туда, где поспокойнее да потеплее. В город Ростов-на-Дону, прямо на юг России. А как приземлилась, сразу полетела в городской парк имени Горького. Развеется. Гуляй не хочу. Ох, а это кто ж такая, а? Слыхала. Местная достопримечательность. Сидит прямо у входа в парк. В народе знаете, как ее зовут? Девушка с мороженым. Потому что она кулек мелкий на манер рожка в руке держит. Сразу не разберешь, что там в рожке-то. А девушка, между прочим, цветами торгует и правильно делает, и место выбрала подходящее. Идет, например, кавалер с барышней в пар гулять. А вот купи-ка девушке своей букетик для настроения. Да вижу я, что цветы бронзовые. Да и девушка тоже, вы думаете, я слепая? Скульптуру не различу прям. Я вам рассказываю, как правильно поступать, культуре учу. А это, значит, тоже сидит и намекает. Цветочница. Что за цветок-то у нее в руке? Я думаю, роза, посмотрим-ка. Нет, не роза. Мне ли роз не знать? Уж мне их дарили 1000 раз. А это, между прочим, знаете, какие цветы? Что ж вы, ребят, в цветах не разбираетесь. Это фиалки. Красота в миниатюре. И вот еще целая корзина с цветами у ног ее стоит. Я в молодости фильм видела в кинотеатре. Стар-престарый с Чарли Чаплином. Там девушка была слепая, продавала цветы. А фильм назывался как? Как вы думаете? «Продавщица фиалок». Не зря ж так совпало. Да нет, не фильм со скульптурой этой сняли. Что вы удумали? Где такое видано? Как раз наоборот. Вот та девушка точно так же над корзиной в фильме сидела. А скульптор тоже, наверное, кидо видел. Девушку запомнил. Ух ты! Вы ж глядите, в подоле-то у нее деньги, монет насыпаны. Видать, покупают фиалки-то. Да шучу я! А деньги настоящие лежат. Их прохожие на счастье оставляют. Вот так-то, деточки мои славные, полетел я дальше, Про лень, пельмень и бегемота.